друзья мои. Дождик. Завтра, говорят, будет снег. Значит, одна из последних поездок. А может быть, даже и совсем последняя в этом сезоне. Надеюсь. Ну, температура 6,7 градусов. Ну что, одеваем шлем. Вначале камеру на шлем. Будет служить регистратором. Затем сам шлем. Ну вот. Со шлемом порядок. Ну что, мои любимые хозяйственные непромокаемые перчатки, тонкие. Раз. Два. Резиночкой. Дробовичком. Отлично. Что там такое нет? Вам спасибо. Счастливо. Так. Ну что ж. Ну что, руки в тепле. Немножко вытрем, чуть-чуть сидушку, хотя штаны вроде не дадут проникнуть. Ну ладно. Пробуем. Ну что, с кикстартера должен с второй попытки завестись. Завелся с первой. Ну что, пробуем.
Thank you.
работа с теплением. Очень местная обстановка. Этот путь я вам уже показывал ночной, поэтому я с вами сейчас прощаюсь. Всего вам самого наилучшего, безопасных дорог, терпения в ожидании нового сезона 2020. Ну и всего побольше, благ, всего хорошего.